Привет, привет. Вон, гляньте, кто не верит в приметы. Кто не верит, блин, в приметы. Ай, капец, да? Вот вам и утро. Я вчера вам только по этой луне говорила. Вот, что проверим, насколько это правда. Приметы моей бабушки. И вот вам, пожалуйста, утречко. Такое вот пасмурно. Не, ну не факт, что, конечно, пойдет там какой-то сильный дождь или еще что-то. Вот, но вот такое вот пасмурное утро, это для нас, конечно, вау. Потому что его не было уже сколько вот такого, хоть чуть-чуть, хоть солнышко хоть запряталось. Вечером оно становится уже как бы пасмурно, ну пасмурно, темно. Но вечером комары уже, на улице не побудешь. А чтобы днем вот так вот на улице побыть, и чтобы без солнца, вот сегодня, пожалуйста. Прикольно, слушайте, ребята. Если бы еще и дождик пошел, было бы так чудесно. Может быть, маленький какой-нибудь где-то и пролетит. Но, что самое интересное, приметы действуют. Так, а Коля тут с малыми, с пацанами вчера поразбрасывал, пораскидывал. Вон что. Представляете? Новое лобовое стекло с трещиной. Вот это вот печалька, конечно. Вот я не пойму. Ой, не знаю, будет видно или нет. Вот она прямо идет. Чуть-чуть. Ну, как бы посередине, ближе к этому. Ты показываешь сразу, да? Да, ну да. Это ж прикольно. Прикольно говорю. Обидно. Доброе утро. Или добрый день и добрый вечер. У меня это утро однозначно. Ну, короче, в общем, я же говорю. Вон это то старое, да? Да. Ну, Коля говорит, старое, оно было такое прям, ух, крепче вроде, да? Да, оно было толще. А это вроде какой-то с этой, как это сказать, бутылка, да, вот цвет? Немного. Ну, это может и хорошо, это же затем, ну, как немножко затемненное, но не так будет, да. В этот. Да, классно. Да, только обидно, что этот, треснуло. Самое интересное, достаю, оно уже треснутое. Как, когда? Как, в старом доме, знаешь, год лежало, Коля. Ой, да. Давайте что-то думайте с вот этой штукой. Мне на 11 надо, чтобы ты не в город вывез. Да, знаю, сейчас все будет. Короче, тут у нас вон все разбросано. Пылесосы, переноски. Я только проснулась. Голова болит. Эти тучки хорошо, с одной стороны. С другой стороны, голова-то болит от этого всего. О, потом будет искать. Скажет, где же моя это рулетка? Фу, Рэм, блин. Вот тебе обязательно на это собака. Да, сейчас буду пить кофе. Николаша сделал кофе. У нас беспорядки везде, кошмар. Вот. Приходить в себя. На 4 носа сейчас заложила. Да, вчера поздно легли. Вот, а сегодня красота. Тутьки. Ой, привет, привет еще раз всем. Вон какая я, видите, вся черная, чумазая, только с огорода. Ой, девчоночки, не обижайтесь на меня, я вас очень прошу. Всем, кого не назвал, ой, новеньких, блин, Ева, чего ты под ноги бросаешься, собака-барабак. У меня сейчас, это капец, я всех замечаю абсолютно. Знаете, как все равно новый человек появляется и замечаешь. Вы, если... там, допустим, хотите приветик или еще что-то, вы напишите обязательно и передам приветики и все такое. Но у меня, я же говорю, у меня сейчас такая гонка, у меня получается, только мужики разъедутся на работу, сразу же начинаешь какие-то домашние дела делать. Ай, блин, ой-ой-ой, защемила руку. Вот видите, как мне приходится и снимать, и работать, и все вместе, потому что реально я вам могу сказать, блин, подождите сейчас 2 секунды. Реально могу сказать, что мне просто не хватает ни на что времени. Это серьезно не хватает времени. Мне приходится и косить, и возить, и собирать траву. И вон поливалки самостоятельно настраивать, потому что все попереламывалось, елки-палки. Вот сейчас тоже собралась поливать, пока погода вот такая вот, видите. А что поливать, если у нас все абсолютно поломано? То там Дашка зацепила, то там дернули эту шлангу, она лопнула, то там где-то зажим
заржавел. А Коля все не может успеть. Вон, пожалуйста, вот, пожалуйста. Вот. Вот что, не знаю, видно, не видно. Ой, то краны везде, блин, открыты. И получается ерунда какая-то. Кто-то поливал и не закрыл. Фух. Вон еще один кран открыт. Ну, будете со мной по огороду путешествовать. Извините, может, за такую съемку, за какую-то такую неправильную, но мне ничего не остается делать, как так снимать, потому как и краны сделаю, все остальное, а что ж мне потом. Пока на улице вот такая вот погода, хочется все сделать самостоятельно. Здесь у меня, вон, видите, печалька, беда случилась с этим краном. Обломалась одна штучка, я его просто не могу открутить. Он мне очень-очень нужен, чтобы сюда вот достать. Потому что поливалка там, где я хочу ее поставить, она не достает. И вот как с этим всем бороться, вот непонятно. Поэтому вот как-то так. Поэтому я ставлю вот сюда вот камеру и буду снимать то, что делаю. Может быть, потом что-то и вставлю. Знаешь, чтобы ее сюда вставить, надо что-то придумать. Фиг его знает, как она работает-то. Я еще такой мастер. О, есть контакт. Есть контакт. Главное, чтобы никуда она теперь не ушла. И не делась. Так, ну, в принципе, вот как-то так. Не обижайтесь, стараюсь. Стараюсь все успеть, стараюсь все сделать. Потому что, вот реально, реально, кто живет в частном доме, тут понимаете, что я имею в виду. Вот какая красота. Так, ну, допустим, мы ее типа открутили. Ага, есть контакт. Открутили. И это хорошо. Раз мы ее открутили, значит, мы можем вот эту штуковину на нее навертеть. Вот, переходничок, чтобы он был постоянно вкручен. Отлично. Просто отлично. Ой, какие мы молодцы. Так, этот переходник закрытый, это открыт. Теперь мы можем смело сюда засунуть, а здесь закрутить. Ё-моё. Ага, во, отлично. Ну-ну, и чё? И будем посмотреть. Вон оно чё. Поливалочка вроде бы туда, да? Ага, только где-то оно, наверное, откручено, что так слабенько идет. Сейчас будем посмотреть. И вот так вот целый день. Дребедень-день-день-день-день. Чтоб вы понимали. Так. Thank you.
работаем. Красавица неописуемая, да? На голове черти шо, руки грязные, ноги грязные, вся грязная. Зато погода чудесная. Слава Богу, солнце появилось только тогда, когда уже жара спала немножко. Фу, на голове черти шо. Я успела почти все полить. Осталось вот по бокам здесь немножко полить. И там кустарники вот сейчас немножко полью. Фу. И что, я пойду прорывать буряк. Пойду прорывать бурячок. Во-первых, что свинкам нужно будет его отдать. Он сильно густо посажен. Ну, а во-вторых, конечно же, нужно свинкам что-то кушать. Вот. Тем более они мамочки кормят. И молочко нужно откуда-то вырабатывать. В общем, я же говорю, девчонки, мальчишки, не обижайтесь, пожалуйста. Если я кого-то там, может быть, забыла назвать. Или кого-то там... Нет, новеньких я всех замечаю. Естественно, новеньких я всех замечаю. Просто не всегда получается много написать. Когда у нас зима, там, допустим, уже сезон даже консервации закончен. Тогда мне, в принципе, делать дома нечего. Ну, там только такое, кушать, готовить, еще что-то. И я тогда стараюсь, и, естественно... И отвечаю людям, и широко, и красиво, и много. И мы тогда и прямые эфиры устраивали. Сейчас вы, как видите, что просто завал. Просто завал. Вот представьте мой режим дня. Да? Сейчас шлангу поменяю. Вот что. Представьте мой режим дня. Да? Утром встала. Первым делом, что нужно сделать, это быстро выхлебтать кофе, естественно. Вот, сразу же, как только встала, мне нужно собак покормить. Потом надо с поросятами разобраться. Сейчас же поросят приготовить им свежую смесь. Потом бегу кормить поросят. Естественно, потом нужно что-то готовить завтракать, потому что Коле же тоже кушать надо. Вот, значит, что-то готовлю завтракать. Потом бывает такое, что малой приезжает помогать. Их надо накормить. Потом... Давай заниматься на кухне. Там то посуду помыть, то все. Тут уже опять поросят надо кормить. Опять же свежую смесь делаешь. Бежишь, кормишь этих поросят. Потом понимаешь, что если жарко, конечно, то что-то крутишься во дворе, возле дома. Вот. А, я же забыла еще сказать, Коле ж на обед нужно приготовить. Приготовить Коле на обед. Вот. Потом, как Коля уезжает, давай, вот как сегодня, например, говорю, хороший день, давай то поливать, то что-нибудь прорывать, опять же, поросятам новую смесь сделать. Я поросят кормлю, ну, первый день я кормила их до 15 раз в день. Вообще, их, если мамка вообще не кормит, то их 20 раз в день надо кормить. Слава Богу, она кормила, поэтому я меньше кормила. Сейчас уже я кормлю сколько? 8 раз в день. Ну, в общем, 8 раз в день, каждый раз свежую смесь, вы понимаете, что это, в принципе, кошмар. Вот. Потом я же говорю, что Коля уезжает, бегом-бегом на огород. Если жарко, то стараюсь быстренько, то на комментарии ответить. А это же мне еще видео склепать надо. В этих промежутках клепаю видео. Потому что я же говорю, что отснять это не проблема. И то, видите, как сегодня получается. Бегаю с этой камерой, то забыла, у меня батарея разрядилась. Вот. Сейчас, минутку. Так, забыла, у меня батарея разрядилась. Потом увидела эту камеру, отнесла ее, поставила на зарядку. Потом побежала домой, вспомнила, что поставила собакам жрать варить. Им же надо тоже хавать, варить эту кашу. Вот, засыпала кашу, закрыла там кухню, поставила размораживаться мясо, потому что тоже на вечер что-то ужин готовить надо. И вот так вот, видите, какой просторный огород. Это все полить надо, где-то там кого-то там выдернуть, где-то что-то подгорнуть. Сейчас я же говорю, сейчас... Дополиваю огород, и пока комаров нету, комаря нету, пойду немножко буряк попрорываю. То хорошо, я же говорю, Светка была с Дашкой, то они мне хорошо, мощно помогали. Сейчас Светка уехала, вот, а Даша ж на работе, и вот она приходит аж вечером, я не знаю, сегодня что-то она задерживается. Вот, и так она тоже вчера стала, хотя бы рядочек, но она, понимаете, этой свеклы прошла, бурячки просопала. И вот так целый день, коловорот. Потом туда-сюда покрутился, уже вечер, приходишь домой, надо бегом после огорода сполоснуться, пока и то не всегда получается сполоснуться, потому что многие у нас поливают огород и из водопровода. По
Пока они там верхние поливают, у нас колонка не зажигается. Под холодной водой купаться не будешь. Ждешь эту воду. Пока ждешь воду, давай быстро что-то ужин же готовить. Потому что Коля приедет, ему ужинать что-то надо. И потом, пока помылся, пока то, пока все, видео доклепалось, пока там выложил его, выгрузил, пока на вопросы поотвечал. И вот так целый день. Приезжает Коля, естественно, поужинали, там перекинулись пару словами, я же говорю, особо сейчас и не сидим. И все, и вечер, и ночь, все, ложимся спать, утром просыпаемся, и вот та же самая ситуация. Поэтому я же говорю, многие удивляются, мне тоже комментарий так посмешил. Говорит, когда вы успеваете, говорит, ногти в порядок приводить? Ну вот сейчас, видите, какие у меня ногти. Здесь оплущился. Вот, кстати, как лак отпадает, видите? Он не облущивается там ничего, он просто уже от того, что долго-долго-долго, он может просто взять вот так кусочками отвалиться. Вот, без ногтя, конечно, но хоть все весь на месте. Ну вот как-то так, видите, уже поотрастали вот ногти. Надо уже делать маникюр. Вот как-то успеваю. Вот как-то там в попыхах остановилась, присела, раз-раз-раз-раз, подпиляла там, допустим, стерла. Потом подпиляла в следующий перерыв какой-то между работой. И так вот целый день, дребедень, день-день-день-день-день. Ну что, летний сезон, я думаю, у кого есть дача, у кого есть огород, меня поймут. Ну, поймут, насколько это сложно, насколько это тяжело. И говорю, хорошо, что вот сегодня такой день, что мне дало возможность поработать. А обычно-то, когда сильное солнце, когда сильная жара, то особо на огород не выйдешь, крутишься вот так вот во дворе, что там что-нибудь. И начинаешь на вечер выходить. На вечер выбегаешь, бегом метешься туда, чтобы успеть до комаров все сделать. И вот так вот я же говорю, вот так вот проходит целый мой день. Вот красоты частного сектора. Так что такие пирожки. Так что, девчонки, мальчишки, я же говорю, не обижайтесь на меня. Кому я где-то, может, не ответила. Кому я где-то просто написала спасибки, а вы ждали от меня какой-то большой, может, ответ. Вот. Кому просто, может, сердечко поставила. Вот, так что так. Так, у меня там, по-моему... Ой, господи. Гляньте, что у меня уже есть. Агрус. Смотрите, какой он классный. Да, маленькие арбузики. Класс. Класс, класс, класс. Это, знаете, вкус детства. Еще не успевает агрус созреть. А ты уже залазишь в этот колючий куст и начинаешь его даже зеленым хрумать. Ну, вспомнила, сейчас кома пошла. Ой, а кома жесткая. А притом я еще забыла сказать, что хочется найти еще время на привести себя в порядок. А то я вам не перечислила, что иногда приходится голову мыть. Вот, укладывать ее феном. Иногда же, говорю, ногти приходится делать. Вот сегодня с утра проснулись быстро-быстро. Малый приехал, пока малый тут по дому немножко управлялся. Ну, он помог там свинок накормить. Мы с Колей мотнулись. Надо было уже коррекцию ресниц сделать, потому что, блин, мне уже так одна торчит, одна туда, одна сюда, свои поотрастали, естественно, эти поотрастали на них. И уже мешали, страшное дело, поэтому я же говорю, пришлось поехать, и тоже, понимаете, время заняло. И пока в магазин заехали, опять же таки время. И вот так вот, я же говорю, целый день дребедень. Так что такие пирожки. Ой, девчонки, девчонки и мальчишки, я же говорю, что кто живет в квартирах, наверное, ну вот когда я жила в квартире, ну мы ездили в село, мы ездили на дачу, мы ездили, у нас было, вот уже помогали, но все равно это не то, знаете, когда вот живешь в квартире, все-таки немножечко попроще, наверное, и полегче в плане того, что не надо целый день впахивать, здесь как встал с самого утра и впахиваешь, вот. А в квартире, конечно, да, собрался, пошел на работу, понятно, что работа. Тоже устаешь, все остальное. Но я же говорю, что у нас... Ой, луна опять сегодня перевернута, как вчера. Интересно, будет пасмурно или нет. Все-таки сегодня маленький дождик пошел. Вот мы же утром собрались, поехали. И маленький-маленький пролетал дождик. Не было такого ого, но маленький был дождик. И опять сегодня луна вот так перевернута, как я вам показывала. Видимо, опять будет что-то. Но ветерочек поднимается. И я думаю, что все-таки, может быть, на ночь хотя бы пойдет. Пускай идет немножко освежить землю, потому что я поливаю под кустики, стараюсь вернее поливать под кустики, потому что бурьян растет моментально, вот допустим помидор не так быстро, да, зато вокруг него бурьян уже вылазит, если обычно поливаешь,
А если под кустики, то помидору хорошо, а бурьян немножко не так лезет. Так что вот такие пирожки. Ну все, наверное. На сегодня я, наверное, блог буду заканчивать, потому что, в принципе, что вам показывать, как я буряк буду рвать. А сегодня хочется именно поработать. Именно поработать, пока есть возможность, пока солнце не сильно жарит, пока комары не начали кусать. Поэтому вот как-то так. Так что, ребятки, всем пока-пока. Еще раз не обижайтесь на меня. Я по возможности снимаю все, что я могу. Вот. И если где-то какое-то видео коротенькое получилось, или где-то какое-то невместительное, или еще что, значит, я очень-очень сильно занята просто. Так что так. Такой у нас сезон, летний сезон. Так что все. Всем пока-пока. Всем удачи, всем любви. Будьте красивыми, будьте счастливыми, будьте здоровыми. Все, всем пока-пока.